Центральной библиотеке имени Фазу Алиевой прошла торжественная церемония вручения орденов мужества вдовам военнослужащих, погибших при исполнении своих обязанностей в ходе спецоперации на Украине. Открыл мероприятие юный патриот Амир Чекалкин, который прочитал стихотворение «Матерям героев посвящается». Чтоб дети снова в мире жить могли, вы платите седыми волосами. Спасибо вам, покон мой до земли, за то, что вы героя воспитали. В церемонии приняли участие представители администрации города и воспитанники кадетской морской школы-интерната. Слова соболезнования женам и матерям погибших героев выразил заместитель командующего Каспийской флотилии капитан первого ранга Сергей Ракаускас. Они стали в этот общий строй молодых, здоровых, сильных парней, которые отдали свою жизнь за то, чтобы на нашей голове было чистое небо. Орденами мужества посмертно были награждены трое военнослужащих – старший прапорщик Байрам Магомедов, сержант Замир Мисриханов и сержант Магомед Расул Расулов. Удостоверение о государственной награде вдовам вручили военный комиссар Каспийска Марат Пашаев и первый заместитель главы администрации города Даниял Капиев. Указом президента Российской Федерации 2 октября 2022 года номер 698 за мужество и отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить старшего прапорщика Магомедова Байрама Исамудиновича орденом мужества, к сожалению, посмертно. Также участники встречи просмотрели видеоролик с фотографиями всех каспичан, которые проявили стойкость в ходе спецоперации. Их память почтили минутой молчания. После церемонии награждения состоялась беседа, в ходе которой обсуждались меры поддержки женщин, потерявших мужей и сыновей. Представители администрации города, члены движения «Матери России» и отделения «Боевое братство» рассказали о видах поддержки и призвали всех женщин обращаться за помощью.